Яблочный пирог готовится так быстро, что первым делом ставим разогреваться духовку. Этот пирог вы сможете приготовить даже без весов. В миску разбиваю 3 яйца. Добавляю маленькую щепотку соли. Всыпаю 200 грамм сахара, это 1 стакан. Взбиваю миксером до растворения сахара. Также сюда можно добавить щепотку корицы, если вы любите сочетание яблока с корицей. Посмотрите, вот так хорошо взбилось тесто, оно побелело, это значит, что сахар уже хорошо растворился. Дальше в это тесто мы добавим 150 грамм сметаны. Это где-то 6 столовых ложек с небольшой горочкой. У меня сметана жирностью 20%, но вы можете использовать сметану любой жирности. И еще в это тесто идет 80 мл растительного масла. За счет масла пирог получается очень мягкий и сочный. Все хорошо перемешаем. И для аромата я обязательно добавляю в тесто ванильный сахар или ванильный экстракт. 1 чайной ложечки будет достаточно. Аромат стоит просто потрясающий. Далее будем добавлять муку. И для того, чтобы пирог получился еще более пышным и воздушным, мы просеем ее через сито. Вместе с мукой просеиваю пакетик разрыхлителя. Это 2 чайных ложки. Муки беру 250 грамм. Это 2 200-миллилитровых стакана. Опять перемешиваю тесто до однородного состояния. Такое тесто можно вымешать венчиком или ложкой. Оно очень легко вымешивается и получается без комочков. Посмотрите, вот такой густоты у нас получилось тесто. Оно просто великолепно пахнет ванилью, а также имеет приятный сливочный аромат и вот такую красивую шелковистую текстуру. Тесто пока убираю в сторонку. И займемся яблоками. Это будет настоящий яблочный пирог, в котором очень много яблок. Яблок беру 4-5 крупных штук или 800 грамм. Яблоки можно очистить от кожицы, но это делать не обязательно. Удаляю из яблок сердцевинки и семечки и нарезаю яблоки небольшими кубиками. Вот так. А одно крупное яблоко буду использовать для украшения верха пирога. Его нарезаю вот такими тонкими ломтиками, слайсами. Теперь яблоки добавляем в тесто и перемешиваем. Форму для запекания смажем сливочным или растительным маслом. Размер формы 22-24 см. Но вы можете приготовить пирог в форме любого размера. Выливаем наше тесто с ароматными кусочками яблок в форму. А сверху украшаем пирог ломтиками яблок. Посмотрите, как красиво смотрится. С таким украшением это уже не просто домашний яблочный пирог, а настоящее кулинарное произведение искусства. Друзья, если вам нравится этот рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу яблоки» или «Хочу пирог». Я буду очень рада. А также мне будет очень приятно, если вы напишите, откуда, из какого города или страны вы нас смотрите. И теперь отправляем эту прекрасно пахнущую красоту выпекаться в духовку при температуре 180 градусов. Через 40 минут пирог уже полностью готов, но духовки у всех разные, поэтому время выпечки может немного отличаться. Готовность пирога проверить очень легко. Проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. Протыкаем зубочисткой центр пирога, она должна остаться чистой и сухой. Давайте отрежем кусочек и посмотрим на него в разрезе. Это просто замечательный вариант простой и вкусной выпечки с яблоками. Все ингредиенты всегда есть у вас под рукой, и можно готовить такой пирог круглый год. Надеюсь, что этот простой, быстрый, но очень вкусный и нежный яблочный пирог вас порадует. Готовьте с удовольствием. Пирог получился очень нежный, просто тает во рту. Я надеюсь, что вам понравился этот пирог и вы обязательно его приготовите. Не забудьте сохранить этот рецепт, чтобы он был у вас под рукой и вы всегда смогли приготовить что-то быстрое и вкусное к чаю. Готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал. Новые рецепты на моем канале выходят 2 раза в неделю. А также делитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. Напомню, что с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Желаю вам приятного аппетита, нежного пирога. Прощаюсь до новых вкусных рецептов. Пока-пока и скоро увидимся!